персонажей, и хочу сказать, что это на самом деле не последний, выходит, ну, просто потрясающий, и показать всех, кто вместе с нами участвует. Как вы сегодня вот прям в опилках и в дожди, и во всем только что может быть. И думаем, о господи, ну как же это вообще может быть? Человек так работает, но работает он на благо города, на благо наших детей. И поэтому мы очень вам благодарны. Скажите несколько слов. Успехов, чтобы у вас все получалось. Вы все большие молодцы, что участвуете в конкурсах. Я считаю, что в своей команде в самом начале. То, что вы делаете, то, что вы вылепили, такие скульптурные композиции красивые, они, несомненно, мне помогают, и в дальнейшем они не просто будут стоять, мы будем брать эпизоды, и в дальнейшем вас участвуйте, приходите в школу, записывайтесь на занятия по лепке, записывайтесь на занятия ко мне по резьбе по дереву. Всем рад, всех, сколько смогу, научу. И всем помогу. Приходите, буду ждать. Спасибо. Огромное спасибо, Игорь Николаевич. И я хочу сказать, что сегодня здесь присутствуют учащиеся художественного отделения детской школы искусств. Учащиеся школы номер один, находящиеся в географическом положении, самые близкие, которые находятся в парке «Сказка». И, конечно же, вот это проектов, и я бы хотела... Мира.